понедельник в Самарской области переменная облачность. Плюс 17 днем, ночью 12 выше нуля. Ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, небольшой дождь. В дневное время плюс 16, ночью плюс 13. Ветер восточный 3-9 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, небольшой дождь. Днем плюс 17, ночью плюс 13 градусов. Восточный ветер 2-7 метров в секунду. В Самаре пасмурно, днем плюс 16, ночью 13 с плюсом. Ветер восточный 1,7 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%. Температура воды в реке Волга плюс 19 градусов. Геомагнитная обстановка, небольшие возмущения.